Привет всем! Сегодня у нас новинка от Панини, которую мы полностью будем собирать, поскольку очень классный альбом. Хоть он и посвящен новому фильму «Парк юрского периода», «Мир юрского периода», но, по сути, является такой энциклопедией про динозавров. Очень классно сделан альбом, очень классно сделаны вот пакетики сами с наклейками и карточками. Смотрите, прям тут классные такие динозавры нарисованы. Очень хорошо сделано, и сделано действительно не столько по фильму, сколько по, вот, собственно говоря, да, какие бывают динозавры. Здесь у нас снова 50 карточек, ну, как традиционно в любом Панини, тоже сделаны, вот, посмотрим, конечно, как вживую будет, но вот на маленьких фото выглядит очень классно. Так, тут у нас несколько наклеечек, собственно, футляр для альбома. Ну что ж, достал я этот плакат или что это? Так, тут у нас много какого-то текста динозавров. Так, давайте развернем, посмотрим, что в середине. Так, и в середине... Вау! В середине у нас здесь целая карта. Да, наверное, найдены динозавры в Северной Америке. Соединенные Штаты Америки, да, и их не границы. И тут у нас, похоже, будут наклейки всех динозавров, да, очень много. Смотрите, 49 динозавров, тут у нас... Есть даже описание их, смотрите, вау. О, да, с некоторыми эмблемками, вот трицераптор, ну, из таких, которых всем известны, тиранозавр рекс, велоцираптор. Выглядит очень классно, могу представить, что такое будет прикольно повесить куда-нибудь на стену, как энциклопедия такая вот, фотографии, да, много фотографий динозавров. Очень классно сделано, посмотрим, когда они нам будут попадаться. Да, будем обязательно их вклеивать, ну, и вообще постараемся собрать, конечно, весь альбом, да, соберем весь альбом в любом случае. Так, очень классный выглядит альбом, действительно такой, как энциклопедия динозавров, да, давайте дальше долистаем, здесь у нас, видите, кого только нет, Терицинозаврус, Пирорептор, о, очень много динозавров, много информации про них, и вот, видимо, кадры из фильма, да, вышел во всем мире, во всей Европе в начале июня, третья часть «Мир юрского периода», как я понимаю, последняя, и вот, видимо, все динозавры, судя по этому кадру, представлены эти в фильме, и очень-очень их тут много, кого только нет. Классно сделан альбом, да, прям настоящая такая энциклопедия, да, по динозаврам. Гигантозаврус, велоцираптор, конечно, да, это уже мне известный. Очень классно сделан альбом, давайте собирать. Распакуем пакетики, вклеим эти наклеечки. 154 наклейки, плюс в середине еще много, да, там около 50. В общем, большой альбом получился, да. Будем его весь собирать. Итак, начинаем. Давайте. 64 номер. Здесь у нас вот такой красавец Дино. 64 номер. Конечно, Kinder Joy, да, которые вышли в прошлом году, были прям супер популярны. Было время, когда их не было в магазине, раскупали. Ну вот, не знаю, почему в этом году Kinder такой странный выбор сделал в пользу мультсериала Netflix «Форсаж». Да, ну, мне кажется, он не очень хорошо продается. А как Дино, точно не так, как Дино. Итак, есть у нас Атроцираптор. Ой-ой-ой. Так, далее у нас номер 129. Какая-то часть большой наклейки, как будто бы кадр какой-то, да, с камеры. Может быть, ночного видения. Это уже, видимо, кадр все-таки связанный с фильмом. Итак, 129 номер есть. Гигантозаврус. Так. Вот он есть, да, гигантозаврус, 15,5 метра в длину, смотрите, 5,5 метра в высоту, 7 тонн весил, о. Да, некоторые факты, видите, тут, в общем, очень-очень симпатично все сделано. Так, продолжим. Следующий у нас будет тоже вторая большая картинка, 97 номер, тоже как будто бы с камеры, да, 97 номер. И... Так, где он тут у нас? А, есть еще, видите, А, Б у нас наклеечки. Так, 97-й, вот он, часть тоже большой наклейки. Интересно, как выглядят специальные стикеры в этом альбоме. И последняя наклеечка какая-то P1. Оу, это что такое? Это что, не на развороте? Да, выглядит не очень. Я ожидал все-таки, что там у нас сейчас будут прям такие классные динозавры, но... Так, давайте посмотрим. Все отложим в сторону разворот. Так, P1 это у нас точно разворот. И так, что у нас здесь на плакате? Нет, это пока что не сами динозавры. Видите, это вот тут вверху у нас какие-то значки. Так, наверное, не знаю. Осторожно, динозавры. Так, да, тут у нас, видите, какие-то значки написаны.
предупреждающий, да, что динозавры, непонятно, это может быть с фильмом как-то связано. Так, ну что ж, продолжим. Так, как он тут у нас сворачивается, чтобы он не порвался у нас. Так, сложим его аккуратненько, да, отложим в сторонку. Так, следующий у нас, здесь закончились наклейки, смотрим впереди. Еще две наклейки у нас обычно впереди, да, 71 номер, вот он. Тоже как будто бы, да, как с камерой, а не, не с камерой, нет. У нас уже просто как кадр из фильма, 71 номер. Так, и вот он, да. Под уровень 6 написано, да, не знаю, что это значит. О, странно, точно 71 номер, потому что тут какой-то как закругленный, кажется. Нет, 71 номер, все правильно. Значит, просто наклеим. Так, есть и последняя наклейка из тех, которые уже нам тут в альбоме попали. Снова P2 для указателя для нашего большого разворота. Так, карточки, кстати, по категориям разбиты. Сейчас еще раз посмотрим. Итак, P2. Ох, тут большой разворот, пока развернешь. Так, смотрим, P2, вот он, есть. Так, есть. Все. Так, теперь продолжим. Посмотрим еще раз карточки. Да, тут у нас дино-карточки есть, видите, с динозаврами. Потом ключевые моменты из фильма. Да, и еще какие-то такие специальные карточки, какие-то тулс, приложения. В общем, посмотрим. Посмотрим, как все это дело выглядит вживую. Ну что ж, перейдем к открытию пакетиков наших. 8 штук будем открывать в каждом выпуске. Так, посмотрим. Здесь у нас 4 наклейки, 1 карточка. Итак, ух ты, очень классно сделаны наклейки. Прям очень классно. Это у нас номер 18, какая-то категория. Так, 18, это ключевые моменты, да? Да, ключевые моменты, очень классно сделаны. Такие какие-то как матовые, качественные прям карточки. Ну что ж, здорово, выглядит действительно отлично коллекция. Так, вот, собственно говоря, у нас здесь эти маленькие попадаются наклейки, 117АБ. Так, ну давайте посмотрим, как быстро нам вообще будут повторки попадаться. Так, 117АБ. Это у нас какой-то исследовательский отдел, да? Это, наверное, все-таки что-то связанное с фильмом у нас. Так, надо будет посмотреть фильм 117АБ. Тут у нас вот след, вот Тирекса, наверное. Так, есть. Далее кадры из фильма. Да, с главными героями, видимо, 114 номер. Так, какая-то смотровая башня называется раздел. 114 номер есть. Так, снова, похоже, у нас... вот, как немножко матовая. P17 это с нашего разворота. P17, это не Дино. Интересно посмотреть, какими будут Дино наклейки, да? А нет, это как раз-таки Дино. А. О, я, честно говоря, думал, что здесь у нас будет... может, это карта, конечно, действительно какая-то будет, настоящая карта получится, но я надеялся, что тут будут прям фотографии динозавров, но нет. Это, видимо, какая-то большая карта будет парка. Ну, посмотрим, когда она соберется, как она будет в итоге выглядеть. Итак, и последняя наклейка тоже, походу, уже оттуда, да, P2, но это повторка. Первая, кстати, повторка сегодня, да, была только что, ну и откладываем ее в повторке. Итак, следующий открываем пакетик. Очень классные, кстати, пакетики, да, к этой серии. Итак, специальный стикер, кстати, попадается. Вау, классно. Это, собственно говоря, наша эмблема, да, мир юрского периода, 41-я наклейка. Тоже очень классно сделана. Такая какая-то матовая, очень качественная. Классные наклейки. Так, вообще тема динозавров прям в панине раскрыта. Очень хорошо сделан альбом. Прям такой классный. Хочется его собрать. Итак, смотрим. Вначале у нас здесь простая наклейка, кадр из фильма, да, ну, очень такой классный кадр, номер 100, и это у нас, так, номер 100, вот он, такой какой-то дино, который у нас в снегу почему-то, да, зимой где-то. Так, это у нас пирораптор, так, есть тоже пирораптор. Итак, следующая у нас наклейка, какая-то непонятная.
номер 130, вот так, наверное, надо смотреть. Как будто бы чешуя динозавра. Итак, номер 130. Итак, 130 номер. О, тут вообще какая-то малюсенькая наклейка, да. Да, это как будто бы чешуя динозавра у нас здесь. Такое же вот, как и здесь у нас. Представлен он гигантозаврус. Так, и вот специальный стикер блестящий. Ну, тут блестящий только рамку у него, да, получается. Нет, сам он, нет, сам, по-моему, обычный, да. Номер 18. Так, давайте-ка мы... Так, вклеим его. Номер 18. Так, вот он, велоцираптор. Да, велоцираптор вообще мне нравится. Нет, как будто бы сама она тоже какая-то немножко блестящая такая наклейка. Так, велоцираптор есть. Ну и последняя, снова две вот таких маленьких наклейки, но в этот раз два динозаврика. P55AB, это наш плакат огромный. Так, P55AB, ну вот видите, из-за того, что много разгинаешь, он прям так может, мне кажется, скоро порваться. Поэтому такое странное решение. Плакат сделать, да. А, тут тоже у нас наклейки, видите. Собственно говоря, эмблемы и наклеечки. Compozognathus. Может, надо искать будет их. А, или может быть это вообще какая-то игра. Надо почитать. Так, P55AB. Какая-то карта, видите, с динозаврами. Наверное, надо будет их найти здесь. Каким-то образом. Так, надо почитать. Тут у нас большое какое-то описание. Да, как в это все дело играть, наверное, да. Ну вот, такой вот у нас здесь план. Так, в следующем выпуске разберемся, что это значит. Итак, продолжаем. Следующий у нас пакетик открываем. Итак, третий на сегодня. Ну вот, будем надеяться, что сегодня без повторных карточек обойдется хотя бы. Так, здесь у нас какие-то tools, которые называются, да, приспособления. Не знаю, это, наверное, что-то с фильма, какая-то банка. Да, ну это, конечно, не такая прям симпатичная карточка, как те, которые до этого были. О, вот это у нас прям вообще кадр очень классный. С тираннозавром Рексом. Номер 128. Так, номер 128. Так, где он тут? Вот он. Это у нас гигантозаврус. Это вторая наклейка. Так, одна двойная наклейка в итоге у нас собралась. Так, есть. Есть наш гигантозаврус. Так, далее у нас снова какая-то такая непонятная наклейка. 74 номер, хотя, видите, с альбома, не с плаката. Да, это у нас вот такой вот какой-то кружочек под уровень 6 называется. Видимо, что-то связанное с фильмом. Так, далее вот такой вот классный тоже динозавр с двойной наклейки, номер 109. Так, вот он. И это у нас Бернштайн Минен какой-то. Так. Так, есть тоже. Так, ну и P52 с плаката. Так, давайте найдем. Так, 100 P52. Видите, уже прям вот плакат несколько раз открыли. И он уже прямо, скажем... Да, вот именно в местах сгиба, прямо скажем, не очень, да. Так, P52. Смотрим. Вообще не любителя, когда вот так вот такие какие-то плакаты, в которые надо вклеивать наклейки. Уже видели мы это у Панини до этого. Все это как-то ненадежно. Лучше поставили просто альбом. Так, P52 есть и все. Итак, продолжаем. Так, продолжаем. Итак, открываем следующий пакетик и смотрим, кто у нас здесь попадется. Так, здесь у нас снова какой-то тулз, как называется, да, какой-то, какая-то вещь, кость непонятная, ну, даже не знаю, странные какие-то карточки. Видимо, может быть, в фильме будет какое-то объяснение, но, конечно, карточки с динозавром намного лучше сделаны. Так, тут у нас динозавр на самолет напал, 88 номер. Часть, да, двойной наклейки. Так, вот она. Да, это у нас какой-то Квецалькоатлус. Ой-ей-ей. Так, 88 номер. Есть, и вот он на самолет даже напал.
как птеродактиль. Так, какая-то у нас тут немножко выпуклая наклейка. Собственно, тоже, наверное, с птеродактилем P57. Ну, видите, очень много наклеек у нас в итоге отдано этому плакату, который, видите, уже, так прямо скажем, не очень хорошо выглядит. Так, ну да ладно, 57 номер. Надо будет, да, подклеивать, видите, уголки. Итак, 57 номер есть. Это у нас здесь тоже какие-то указатели. Да, какая-то карта, плакат-загадка. Так, надо будет, разберемся. Тогда расскажу на следующем выпуске, что это все дело значит. Да, видите, у нас вот, здесь Беринговое море, Pacific Ocean. Да, не знаю, здесь у нас океан, чего только нету. Ну, да, надо, наверное, почитать, что здесь вообще написано в итоге в этом плакате. Хотя, если его повесить на стенку, да, то весь этот текст и пропадет. Так, никогда уже не увидим. Снова чешуя у нас динозавра, 34 номер. Кстати, тоже симпатично выглядит. Сама идея неплохая, такого типа наклеек. Так, 34 номер. Где он тут у нас? Чешуя его. Так, вот он, да. 34 номер есть. Так, да, пример кожи, видите, на каждого динозавра. Вау. А, это, собственно говоря, да, к описанию идет, видите, динозавра, пример его кожи. Так, следующий у нас последний наклейк, по-моему, повторка, нет? Или просто была эта сцена? Итак, номер 100. Так, номер 100, нет, это повторка. Ну, вот у нас вторая наклейка на сегодня повторная. Ну, хорошо, пока карточек повторных нет. Следующий, открываем пакетик. Так, ну, наконец-то у нас карточка с динозавром. О, вау, очень классно тоже выглядит. Так, номер 36. Такое у нас еще не было. Ну и давайте наклеечки вклеивать. Так, снова у нас какой-то динозавр. 95 номер. Всех съесть собрался, похоже. Так, 95 номер. Вот он. Биосенвальд. Какой-то лес, да, 95 номер. Но это у нас отсылка уже к фильму идет непосредственно. Да, видимо, много очень динозавров в фильме. Так, снова у нас часть карты P8. Так, давайте ее вклеим, P8, и это у нас тоже, видите, часть карты получается. Так, ну хорошо, что боковая наклейка, потом легче будет, наверное, вклеивать. Так, P8 есть, посмотрим, что в итоге у нас в конце получится с этой картой. Так. Да, забыл же, кстати, сказать, есть же специальные наклейки, специальные карточки, да, здесь у нас как раз комплект с этими limited edition карточками, да, они вот, кстати, такие вот блестящие, видите, Dilophosaurus, здесь у нас limited edition, их всего 5, ну и вот они все, собственно говоря, представлены, Gigantosaurus, Velociraptor и Tyrannosaurus Rex, очень классно выглядят, да, вот такие вот 5 специальных карточек Limited Edition. Забыл их показать. Тоже есть они в коллекции. Так, ну давайте их тоже вот так вот положим. Так, ко всей коллекции. Так, далее у нас 93 номер. Часть большой наклейки, собственно, которая здесь и есть. Терициноцинозаврус, да. Так, 93 номер есть. Так, и снова пример кожи. Номер 70-й. Так, пример кожи, это у нас, кто это у нас, 70-й номер, это Атроцираптор. Да, такая вот у него какая-то белая кожа, светлая. Так, продолжим, следующий открываем пакетик. И здесь у нас какая-то сцена, как будто бы с фильма, ну такая немножко как нарисованная, да, очень тоже, нет, наверное, не с фильма, просто, да, подборка всех динозавров, выглядит очень классно. Да, тоже классная карточка. Так, ну и давайте вклеивать номер 11. Тут у нас какое-то приручение динозавров идет. Да, Паразаврилофус. Так, номер 11 есть. Так, далее у нас здесь какой-то кассовый механизм. Не знаю, что это такое. Прибор какой-то, 137 номер. Так, 137 номер.
Да, «В поисках Бетты» написано. Называется глава, 137 номер есть. Так, номер 23. Где он тут у нас? 23. Вот он, «Велоцираптор», да. «Велоцираптор», конечно, симпатяга. 23 номер есть. Так, и здесь у нас еще один симпатяк, 64 номер. И это у нас «Атроцираптор». Так, 64 номер. И это повторка, да. Чуть не стал отклеивать. Да, третья повторка на сегодня. Ну что ж, не так уж плохо. Следующий пакетик откроем. Пока что всего три повторки. Так. Ну, будет сложно с картами, да. Надо будет все время проверять, повторка, не повторка. Так их не запомнишь. Так, снова какой-то у нас тут непонятная такая картинка, более мультяшная. Комсогнатус. Да, это одни из первых карточек, видимо, такого типа. Номер 8, тоже очень симпатичные карточки. Так, далее у нас снова P54. А возвращаемся к нашему большому плакату. P54А. Да, это у нас... Ой, нет, не P54А. Вот это да, вот P54А. Так, тоже у нас не было. Это у нас картинки такие, мини-картинки динозавров. Так, Мозазаврус. Прям какой-то подводный, да, на крокодила похож. Так, есть. И это, наверное, отсюда же наклейка. 75-й. Нет, 75-й номер не отсюда. Может, даже был он у нас. Что-то же, по-моему, такая была ситуация. Так, 75-й номер. Нет, 75-го номера не было. Так, и... Хорошо, не повторка. Так, пополняет альбом. Так, ну и вот какая-то очень классная такая часть двойной наклейки. 144 номер. Очень эффектная. Так, и здесь у нас 144 номер есть. Это Дафонгекомен. А не, Дафонгекомен. Не, это что было потом, да? Я думал, так динозавров зовут. Так, так, ну и вот два каких-то таких мощных динозавра в этом разделе. Так, номер 105 у нас тоже как перья динозавра. Это его как шерсть. Так, номер 105. Да, это у нас пирорраптор. Вот он, да, как с перьями, смотрите, 105 номер. Тоже есть. Так, ну и последний пакетик на сегодня. Так, открываем последний пакетик на сегодня. И здесь у нас такой вот тоже классный дино, но, по-моему, повторный, да? Была уже такая карточка, да, вот он. Ну что ж, первая повторная карточка на сегодня. Ну, не так уж много. Пока одна карточка, три наклейки. Так, ну посмотрим, что у нас тут с наклейками. Снова P24 часть карты. Вклеим ее тоже. Так, P24. Так, может, куда-нибудь у нас тут что-то будет уже вырисовываться. Да, вот сейчас, например, смотрите. P24, часть, собственно, карты. Так, не знаю, что это за карта. Да. Итак, P24 есть. По-моему, следующий у нас тоже отсюда. Да, наклейка вот такая вот. P60. Это у нас внизу, да, вот она. Так, P60 тоже есть. Так, посмотрим, есть ли еще. Нет, две наклейки с альбома. Итак, смотрим. Здесь у нас какая-то зимняя сцена. По-моему, была у нас уже наклейка с этой сцены. 22 номер. Да, вот он. Это «Велоцираптор» у нас в лесу. Ну нет, другая сцена была, 22 номер. Так. Есть. И последняя наклейка на сегодня, 39 номер. Это наш длинношеий динозавр, да. Как он называется? Брахтозаврус или как-то так. Итак, 39 номер.
Тут у нас как будто просто раздел с разными динозаврами, да. Ну что ж, по-моему, классный альбом, да, сегодня 8 пакетиков распаковали, у нас здесь попало 7 неповторных карточек, да, некоторые лучше, некоторые хуже, некоторые вообще классные, ну вот эти вот Tools непонятные, ну вообще, видите, очень классно вообще сделанные карточки. Есть у нас 5 специальных карточек, да, которые вот можно только купить, они не попадаются, я так понимаю, Limited Edition, хотя, может, и попадаются, но в любом случае редкими являются. Ну и по повторкам сегодня всего 3 наклейки повторных и одна карточка, что очень неплохо. Ну что ж, скоро продолжим, откроем очередные 8 пакетиков. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем спасибо. Пока-пока.